Всем привет! Сегодня посылочка к нам приехала из Москвы от Кати. Подарок к Новому году. Любим мы с девчонками обмениваться подарками. Алинка мне сегодня будет помогать. Привет! Открыточка. Так, мурзилки тоже нужно все. Тут поздравления личные. Личные я потом прочитаю. Так. Начнем с маленького. Ну давай, с чего хочешь, с того и начинай. У меня немножко горло, девчонки. Ну ничего. Так красиво все упаковано. Жалко разрезать. Ты прям разрезаешь, да, ленточки? Ну, там на узел. Ага, на узел завязан. О, это Василиса. Это кофе. Это кофе. Это вам с папой. Да, я люблю кофе. Алинка, да, у нас пьет. О, пришли, все в сборе. Рич пришел. Че пришел? Еще игрушки свои принес. А, дает масок. Маме дает масок. О, монстр. Все, тихо, смотри. Алина распаковывает. Маме принес масоли. Молодец, молодец. Новогодняя елочная игрушка. Это, наверное, съедобная. Елочная игрушка, не знаю. Нет. Посмотрим. Так, это на елку вешается. Чай. Да, чай. Чай можно выпить, а сюда положить конфетки потом, да? Обычно для вышивки девочки используют баночки. Так, дальше Василисе откроем. Да, Василисе. Мне вот это хочется открыть. Я догадываюсь, что здесь. Самый последний. Я чувствую, что это похоже на наборчик. Так, а я сейчас попробую угадать. Там просвечивает, может? Да нет, не просвечивает. Вроде похоже на бобинки, как у Лука С или у Риолис. Погремушка. Погремушка. Смотри, прикольная. Ну, я не буду распечатывать, мы прям так подарим. Подарим? А она что, прям музыкальная упакована? Погремушка. Ну, вот в этой коробке, которая... Тогда мы потом пойдем влог поснимаем. Они выздоровеют. Молодежь у нас тоже болеют, и вон меня заразили. Мы световые эффекты, подвижные элементы, работает от батареек, развивает зрение, мелкомоторику, слух, координацию движений. Здорово. Ну, мы тогда во влоге поснимаем. На канале «Жили-были» выложим. Когда выздоровимся, пойдем в гости. Спасибо большое, Катя. Мне кажется, ей понравится. Конечно, понравится. Она любит песенки. Песни, да, любит она у нас. И грызть все любит. Ну да. Так жалко мне всегда эти упаковки. Хотя я складываю, а потом все равно не знаю, куда приспособить. Конфетки. О, конфетки. Пришел смотреть. Смотрит. Зачем ты носом тычешь? Это не тебе. Ну, коробка красивая. Угу. Я сейчас открою. Алинка, ты специально вот это на потом оставляешь? Ты это на вышивальном? Ты меня дразнишь? Да, для вышивального канала. Как раз ты до конца смотришь, чтобы видеть, что за набор. Алинка хитрая. Это не досмотрит до конца. Посмотрит наборчик и все. Да. Ясненько.
Валенки с улицы пришло. Какая? Не знаю. Или пряники, или мыло. Похоже. Мне кажется, вряд ли что-то съедобное. Да? А если это мыло, я попробую. Сейчас пойду руки мыть, а это пряник. Так. Ну-ка. Это пряники. Да? Да, это пряники. Просто ничего не написано. Было бы написано, что съедобно, наверное. А правда, нигде не написано. А на коробочке написано, наверное? Нет. А, нету коробочки. Нет коробочки, это вот эта коробочка, и все. Правда, не написано. Ну, пряник это, я думаю. Она могла это своими руками сделать? Сама сделала? Да нет, вряд ли. Ну, просто смотри, такая вот эта штучка обычная. Ручное изделие, конечно. Ладно, спрошу. Да сейчас девчонки в комментарии напишут. Ну, в принципе, вот выпечено, да, видно, что... Да, выпечка. Может, он сама рядом сделал как-то. Пришел. Это не похоже на заводскую коробку. Тут было бы написано печенье, там такое-то. Состав. Ну, это ладно. Будет. Девчонки напишут сейчас в комментарии. Я не видела такого. Ах, хотела открыть. Пока Алинка распечатывает, попробую дальше опять? Угадывать. Да. Я, кстати, хотела подглядеть, пока еще мы видео не снимали. Но так хорошо упаковано. Так, не получается подглядеть. Это мне. Тебе? Я трогала, ну мы думали, что возможно пряжа. Но я думала, что она слишком мягкая для пряжи. Думаю, там уж полотенце какое-нибудь. Ну это реально пряжа такая, да, мягкая, мягкая, софти. Классно, я люблю софти. Как раз голубенькая. У меня там есть какие-то задумки. И такой тоненький? Да. Так, еще голубая. Белая. Белая? Наверное, белая еще. Да. Спасибо большое. Спасибо. У меня нет таких. Классно, да, с голубой с белым сочетание. Зайчики, да, прикольные получатся? Нет, у меня другая задумка. Другая задумка, пока нам не расскажешь? Нет. Ну ладно. Фатин! Фатин на юбочке. Она знает, что у меня фатин нужен, что ли? Не знаю. Ты, наверное, рассказывала. Может быть, я во влоге где-то рассказывала. Ты сделала, да. Еще Алинка у меня спрашивала. Дай фатин. Я у всех фатин ходила. Может, это я даже говорила где-то, что я бабушке собрала. Не знаю, откуда Катя догадалась. Блин, вообще классно. Уже спасибо. Цвета такие самые ходовые, да? Да, розовый. Классный нужен был. Ага, ага. Проверяет, проверяет. Что? Все? Ревизор. Все проверил, нет? К нам приехал ревизор. У меня был большим куском лежал. Помнишь, я тебе дала кусок помятый, да, был? А тут так удобно в рулоне. Ну, хранить. И тут меленькие такие вот. Сеточка меленькая, но такого нет. У нас крупная вижу. Здорово. Вообще. Ричард увидел эти кругляшки, думал, мячики, наверное, прибежал. У меня еще как раз есть задумка на следующий год делать этих мышек-балеринок. Как раз таких юбочек. А, прикольно. Слушай, такая мышка у тебя красивая, да, была. Мышка надо связать. Так, и наконец-то вскрываем наборчик. Дождалась. Да. Мама всегда так набор ждет, как будто вышивать нечего, да? Ричард, мне сын все время говорит, а ты те-то вышила, когда увидит, что у меня новые подарки или покупки. Он говорит, а те-то ты вышила? Я говорю, успею, говорю, у меня жизнь еще длинная. Мы прячем от мамы. Прячем. Вау! Вау! Верные друзья. Или лучшие друзья, как он называется. У меня в Хатинках был этот набор. Обалдеть, как мне лучшие нравится друзья. Эта девочка. Называется «Лучшие друзья» набор. Да, да, Ричард, это ты лезешь в лицо. Ты мне, по-моему, показывала на сайте, да?
Я тебе показывала, по-моему, да, на сайте Ален, какой классный набор. Обалдеть, на 16-й канве он вышивается. Как мне нравится эта девочка. Ой, спасибо большое, Катя. Обалдеть. У меня спаниель. Да, это как раз, Алина, это я, да, вон, кошатница, собачница, видишь, у нее и кошки, и собаки, прям как у меня. Вот он пришел, вот она, еще одна пришла, мяу. Пришли, вот они. Всё. Ричард ревнует сейчас, отгрызет ей голову, мне руку. Нельзя никого гладить, кроме Ричарда. Ревнивец. Ой, как классно, вообще обалдеть. Спасибо большое, Катюш. Замечательный набор, обалденный. Размер 35 на 40. На Аиде 16. 47 цветов. Классненький наборчик. Спасибо большое. Ну ты, Кать, даешь. А это что там лазит? Еще один ревизор. Любит бумажечки, упаковочки, коробочки. Старушка нашу что-то к нам не идет. Туда залезть. И все. Иди, прячься, прячься. Она под одеяло так любит залезть. Угу. Спасибо большое, Катюш. Обалденные подарки. Я надеюсь. Наш подарок тебе тоже понравился. Спасибо зрителям за просмотр. Всем желаем удачи и счастливого Нового года. С вами были Инесса и Алина. Пока-пока. Пока-пока. Забираю у них пряники. Всех по местам. Они во время съемки всегда лезут, знают, что им сейчас будет все позволено. Они думают, мы с ними разговариваем, наверное. Наверное. Они знают, что во время съемки их ругать не будут. И лезут на огонь. Все. Все по местам. Алин, давай, да, Василисе на коробочку бантик привяжем назад. Угу. Упаковывать не будем, а бантик привяжем. Подарим.